Сегодня мы будем готовить очень сочные котлеты. Нам понадобится 500 грамм куриных бедер, 1 луковица, 1 яйцо, 1 булочка, стакан молока, соль, перец и сухари. Булочку замачиваем заранее. Когда она хорошо размякнет, тщательно ее отжимаем. Желательно это сделать в первую очередь, так как булочку мы тоже будем пропускать через мясорубку с бедрышками и с луком, чтобы вы не теряли свое время. Лук нарезаем довольно мелко, чтобы он удобно заходил в мясорубку. Как вы все уже догадались, бедрышки, лук и булочку мы пропускаем через мясорубку. В полученный фарш добавляем соль, перец и яйцо. Если у вас получился слишком жидкий фарш, вы всегда можете туда добавить либо еще одну булочку, либо сухари. Просто обычные панировочные сухари. Фарш нужно хорошо вымесить, прям так его, тщательно, скажем так, тогда он будет такой весь прям пушистый. Котлетки формируем любой формы на ваше усмотрение, и размер тоже не особо важен. Я люблю просто маленькие котлетки и кругленькие. Маленькие котлетки хорошо очень прожариваются, они точно не будут сырыми внутри, и хорошая будет корочка, и внутри будут сочные. В сухариках обваливаем уже непосредственно перед тем, как жарить. Котлетки мы жарим на среднем огне, обжариваем с двух сторон и выкладываем на бумажное полотенце обязательно, чтобы стек лишний жир. Котлетки получаются очень вкусные, сочные. Попробуйте приготовить их по этому рецепту, и я вам обещаю, что вы не пожалеете. Это таки да, очень вкусно.